Всем привет, друзья! Мы продолжаем прохождение третьей миссии компании Inferno в ночных лесах. У нас пятый эпизод. Мы зашли в зону святилища. Делаем переход хода, подвозим армию и движемся в сторону города святилища. В том числе мы зашли в зону. И здесь у нас лежит последний четвертый обломок лунного диска для выполнения задания на слезу Асхи. Как новая неделя, у нас неделя духов. В бою инициатива, физическая и магическая защита, боевой дух, удача. Духов увеличивается на 5 единиц. Давайте выкупаем все основные базовые наши отряды. Дальше по цепочке передаем Кириллу. Всех героев у меня прокачан поиск пути. По факту обилка поломана, и она вместо бонуса перемещения дает штраф. Там у нас все очень плохо в плане передвижения по пересеченной местности. Так, смотрим направление по двум стрелкам, мы можем выйти в точку, где расположен город. Герои тоже есть разведка, можно вывести его сюда. Да, видимо, город святилище. Хватает нам немножко очков перемещения. Это плохо, потому что у него будет сейчас первый день, и он выкупит прирост. Кристалл можно подобрать. В цепи тоже есть ресурсы. Вайер пускай сидит, ждет. У нас, кстати, одно очко не распределено. Давайте стрельбу до конца продвинем. Герой силы, 16 уровень. Сразу подкреп. Убиваем Кэнси. Получаем доп. Ход. Блокируем жриц или убиваем. Thank you.
17 уровень. За стенами мощные стрелки, это плохо. Убираем, мы не сможем их восстановить. Получаем цепь молний. Получили взрыв. Так, заранее кидаем безупречное нападение. Два хода чарования. Еще два хода. Нам ломать ворота. Раз. Три хода безупречные. Ломаем, они начинают на нас нападать. Отстреливать, минусовать отряды.
два хода, два, три. Надо ждать хода противника. Осталось не так много, потеряли, да? 36. Ну, в принципе, неплохой результат. Золотая шахта. Кристалл еще. Ну, похоже, это закрытая зона. Двадцать единиц маны осталось. Элементалей, кандалы неизбежности, ну пожалуй, я не буду их трогать. Прогнать его по повышаловкам каким-нибудь. Возможно, следующая миссия нам еще потребуется.
5 инициативы. Так, у нас такой есть. Перестраиваем город. Кристалл. -1, -2. Даже Кирина буду бить. Остался Кирилл у нас без манны. Метали воздуха пробиваем. Один отряд, да? Сейчас будет урон по всем. Захилиться.
раньше времени уничтожил. Без ответа он бьет, да? Раз, два. Выхилились. Еще уровень получили. Отправиться за слезой. Свайер здесь рядом. А у нас вся территория разведана, остаются только подземки. Начнем мы, наверное, с арены вот этой. На следующий ход перенесемся в этот город. Мы уже строили, да? Перенесемся в этот город. Здесь можно поставить улучшение. Да, стрелков наймем.
Так, ну будет порталить следующий ход в этот город и здесь же и построить слезу Асхим. Можно 7-й уровень построить и посмотреть, сколько у меня 15 существ. Прикупить немножко. Идем на арену для начала. Просто уничтожаем всех. Физическая сила 25 крови. Идет вслед за Кириллом. Тут получается артефакт должен появиться. Да, лунный диск Шантири. Мы можем призывать Феникса. Нам нельзя терять никого. Минус
Один сверху остался у нас квестовый участок и один под землей. Форт контроля. Библиотека тайн. Развалили. Сила кровь. Даже за стеной. Идем дальше. Хрустальная линза. Так, пусто. Значит, идем в следующую подземку. Четвертый уровень требуется.
нас четвертый уровень, это вот этот центральный город. Вымениваем 10 кристаллов. Устанавливаем слезу Асхи. Буйная ярость Ургаша дает плюс 5000 в день. Прирост существ увеличится 1,5 раза. Метеориты обрушатся на каждого вражеского героя, входящего в зону контроля игрока, нанося 1000 единиц урона огнем всем отрядам его армии. Жертва Ургаша. Исследовательски постройте здание Слеза Асхи Инферно. Получаем ачивку. Остается у нас один город неперестроенный, так. Снижаются затраты манны. Можно здесь, кстати, построить портал улучшенный, и он тогда сюда прыгнет. Пускай бегает по повышалкам. Здесь строим улучшенный портал. Кирилл порталится. Еще покупаем кристаллов немножко. Смотрим, куда Вайер отправить. Можно сюда и там под землю, да?
Мышалка. Пятый уровень максимальный, похоже, на этой карте. Получаем открытие врат 4. Сразу же появляются демоны того же типа. Сразу же появляются хорошо, то есть можно в городах строить расовые здания, которые увеличивают процент появления существ. Перестраиваем. В какой-то веке решили мы что-то построить. Снова неделя, неделя магии, стоимость всех боевых и небоевых заклинаний снижается на 25%. Очков движения не хватает, чтобы прыгать. Убираем стрелков, чтобы не нужно было останавливать потом кого-то. Выход вот в эту зону, очевидно. Купаем потихонечку армию.
же форт был, да? Можно было сразу прыгнуть сюда. Разведчик. Сундук бесконечного золота мне уже не нужен. Преследовать. Достаем. Как раз туда мы сможем армию перекинуть. Перестраиваем сразу. Большие отряды. Герой вернется в город.
еще прирост подвезет. Давайте пару обилок распределим. Так, давайте подкрепление третьего возьмем. Здесь пассивку выносливость. Это ты нас преследовала? Нет, я Юме. Раньше я была верховной жрицей этого острова. Я наблюдала за вами, чтобы понять, помогать вам или нет. Ты видела здесь ангела? Да. И впереди, и позади вас. Как две реки, впадающие в одно море. Если вы поможете мне, то я помогу вам. И? Мой муж Акаси ходит по миру духов, скрытый покровом тьмы, висящим над островом. Найдите его, победите его и приведите ко мне. Новое задание – тревожные воспоминания. Победить призрака. Ну вот, новая точка появилась на карте. Очевидно. Ну, помощника можно было и сзади вести, да, он бы хороший засвет делал. Указатель письмена орков. Похоже, это предупреждение о присутствии темной магии, какой-то живой тени. Письмена настолько настоятельно советуют развернуться и бежать.
сначала форт заберем. Потом будем разговаривать с призраками. Это твоя мать. Почему бы тебе с ней не поговорить? Она бросила меня, когда я был ребенком. Меня воспитали отец и жрица. Кто был твоей матерью, Вайер? Я рождался сотни раз и всегда у разных матерей. Все матери бросали меня. Но это Шио. Тебе повезло, что ты вышел, князь Кирилл. Думаю, все могло бы быть хуже. Видимо, в городе. Стрелков минус. Максимально достигли, нам смысла заходить нету. Высокая сила. Легион тысячи, мало тысячи. Сука, это плохо. Давайте 2 единички, чтобы удачу кастовать. А, не так много.
инициатива 50. Хочу под духов ручья подставляться. Двадцать семь нормально. Еще ударят по нему, да? Еще и стрельнет. Десять инициативы, 40, 50. Шесть, но все равно. Вот здесь, где опасность. Thank you.
Так, основная опасность. Ну, не основную. То, что может намного нанести урона, это стрелки. Именно безответного урона. Так-то у них каждый отряд по мясу в 2,5 раза больше, чем мои. Ну, опять же, стены могут против них сыграть. У меня 2 стрелка. Предполагаемо, они жриц жемчужных поставили вниз, и я поставил сюда демонов бездны, чтобы их заблокировать максимально быстро. Так, у них инициатива 55. Можем мы лилим также чарование наложить, у них 40. 55-15 разница. Кастуем заклинание, замедление, чтобы лилим походили раньше и на ход заблокировали этот ряд. Пока что уменьшаем количество их. Неплохо. Плюс удача, да? Еще удача. Надо в сторону отвести товарищей. Если мы демонами бездны залазим, чтобы эти отряды нас не били. Так, ну очарование. Сбили. Башню сняли, да? Так, теперь блочим, ну, чтобы нам не было больно. Подкреп. Продолжаем уничтожать этот отряд. На себя они хил накинули. Так, давайте ручья забираем. И еще жемчужник дальше. Так, этих товарищей опять же завязываем на угол. Разброс у нас на самом деле не очень большой. Ну, в принципе, нам особо нечего кастовать, да? Давайте. Хотя нет, мы можем. Что у нас тут по урону? 8000, 7000. Да, пока что будет эффективнее сюда. Максимальный урон. Шестьдесят. Неплохой хил у нее. Пятьдесят пять. Скорость.
Раньше моих походит даже. Восемь собак минус. Клим призвалась, хорошо. Прыгнули тоже надо. Собаки. Ждем. Капрыгунов бьем. Не достаю ни до кого. Одного хода убивает собак. Так, вылазю отсюда. Давайте стрелка максимальный выстрел. Желательно удачку-то нам набрать. То сейчас они вылезут и будет плохо нам. 45. Так, можно берсерк отдать. А можно феникса отдать, кстати. Да, почему нет? Задержать еще их. С удачей. Шестьсот уже не так страшно. Удача. Давайте здесь вызовем 45-45, да?
5-60. Инициатива. Ну, здесь вызовем, чтобы можно было ответку снимать тоже. 36. Ждем. Ждем. Полез к нам, это плохо. Пятьдесят плюс два, да? Выйдет, потом прыгнет куда-нибудь. Три хода. Раз, два, три. Достает. Нет, пока стоим. Ждем. Прямой стреле хорошо. Снимаем ответку. Семь. Что насчет снять ответки? Сто десять, да? Как-то захилиться чуть-чуть. Что у нас по мане? Достаточно много.
29 установили. Еще 29, но то мало нам. Так, ну крутим пока. Один. Мы еще не забираем их. Потеряли по мелочи, нормально. Рукавицы Хана, предмет из набора, набор военачальника. Плюс 6 физической силы, плюс 1 к урону существам, для мелких хорошо. Говорить он не мастер, но неплохо владеет мечом. Спасибо тебе, Кирилл, сын Вячеслава. Пусть Шаласа успокоит твои сны и приведет тебя к цели. Правду можно найти во снах, но не в кошмарах. Кошмары — это страх того, что может случиться, а сны — путь этого избежать. Ты обещала, что поможешь мне найти Сару. Ты нашел ее? Она — отражение в водах твоего разума, то, как ты ее видишь, что она для тебя значит. Чудесно. Но где она? Физически. А это просто. Вон она. Новый артефакт нам дают. Кольцо несчастья. Из набора ловкача. К нам открывают проход. Подростковые страхи мы закрыли. Тревожные воспоминания закрыли. Охотник и дичь мы не закрыли. Исходя из того, что на карте на нас два раза нападали, я подразумеваю, что эти сундучки не зря здесь лежат. Скоро конец недели будет.
будет значительный прирост существ. Можно, в принципе, подождать прироста. Восстановление одному отряду, да? Ослепление. Ослепление прикольно. А как получше будет? Не сборные мне особо не нужны артефакты, они бессмысленны. Грудь, да? Набор военачальника. 6-6. Физическая защита, физическая сила. Здесь все по 2. В сумме 8, а здесь 6 параметров, но здесь дополнительно плюс 2 силы. В итоге 6-6, то же самое. А кристалл как бы можно убрать. Давайте посмотрим. У нас еще один есть город, где артефакты торгуются. Плащ-оберег. Классно. Золотая подкова, классно. Становление к манне. Ослабление общее неплохо. Целение общее тоже неплохо. Надо туда отправить героя. Чтобы он эти артефакты подкупил. Заклинание выкупаем. Не строим даже. Потому что у нас тупо не хватает ресурсов для выкупа всей армии. Смотрим только основные стеки свои, основные отряды. Так, это форт, перестраиваем, больше денег будет. Хотя я чувствую, что карту мы скоро завершим. Можем перестроить даже. Есть ли смысл? Получить большую армию есть смысл. Потерять возможность артефакты. Покупать. Не так много хорошего, что мы можем получить.
посмотрим, что у нас по квестам. Один здесь, один под землей. Шахту с кристаллами я еще одного не захватил. Так, давайте портануть сюда. Не хочу я идти без прироста следующей недели. Достаточно сложно было здесь биться. А там, я так понимаю, нужно будет с Сарой, скорее всего, биться. Еще раз похожу. Здесь то же самое. Смысл уже их трогать нету, но опыт мы не получим. Но проход они закрывают. Духи ручья у них 10% возвратный урон. Плохо. Так они не бегают. Можно их подстрелить чуть-чуть. Разобрались. Можно лягушку зацепить, чтобы ускориться, да? Тем более кровь дополнительную. Так они не допрыгивают. Не допрыгивают.
так и есть. Герой силы. Герой силы. Можем посмотреть, что у него за навыки есть. Не распределены, получается, они. Десять тысяч, 8 тысяч. Так, здесь не хватает сил контролировать. Хорошо, встали. 130 у меня в запасе. Сто три забирают. Здесь мы их замедлим. Достаю, плохо. Значит, хорошо. Ждем. 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 Бьем. Без ответки, да? Хорошо.
кровь нам нужна. Закрыли мы доп. Задание. Что нам дает пестрый плащ из набора ловкача. Меньше 100 единиц нам нужно для следующего уровня. Манны у меня мало. Не посещал. Здесь у меня армия есть, выкупленная частично. Не покупать или купить? Мне потом не хватит на своих. Своих выкупить. Этот у нас герой с артефактами. За манной сходить. Тысячи. Два раза ходят еще. Улучшенный городской можем встать сюда. Без щита обойдемся. Неупокоенные ходят. Так, забираем армию, можем в другом городе выкупить или не можем. Да, здесь нужно тогда улучшать этих и этих строить. Остальные, в принципе.
цепь нам нужна, чтобы передать армию. Да? Семь у него единиц. Двадцать две должно остаться. Две, да. Так вот мы сможем передать. Завершаем ход. Недельный прирост хомяков, боевых хомяков, брессеркеров удваивается. Ничего, то есть, не происходит. Смотрим, что у нас по артефактам есть. Ослабление на одно существо. Армия, которая у меня уже есть. Хватает значительно по мясу. Так, человек, артефакт. Монстр артефакт. Не знаю, нужен ли он. Нет. Он как самостоятельный стек слабый. Просто его потеряем. Пока что я его не выставляю. Квайр у меня просто идет. Ждет денег для получения уровня. Вниз, да, у нас. Да,
подошли к квестовой точке. Найти пещеру. А кармию я передал, а артефакты не передал. Нам 13 уровень сильно не поможет, честно говоря. Попытаемся что-то еще подтащить, но уже думаю, мы без этого закончим все. Прошли под землю. Квест у нас здесь, а что у нас снизу? Непонятно. Тут у нас Светлана, Кейт и Юме. Идем разговаривать. Тетя Светлана, ничуть не удивлен, что ты в сговоре с моей матерью, как в старые добрые времена. Приветствую, Юме. Привет, Синеклюв. Нас волнует равновесие. Невидимая библиотека, которую ты ищешь, важный инструмент, удерживающий свет и тьму в равновесии. И зачем я двум таким могущественным женщинам? Мы хотим, чтобы ты не дал ангелам уничтожить библиотеку безликих. Сара и Уриэль думают, что создали оружие, которое может это сделать, но они не понимают, какие силы тогда вырваться на свободу. Например, я уже вырвался. Помогите мне найти ее. И я остановлю все, что она затеяла. Клянусь. Мы не можем ему верить. Он принял демона всей душой. Он скорее утопит мир, чем станет плавать в темных водах. Кирилл, Сара в долине теней. Синеклюв отведет тебя туда. Вы знали все это время? Нет, я обнаружила это, пока ты сражался с орками. Безликие умны. Где еще спрятать библиотеку, посвященную Маласе, как не в сердце Священной Империи? Кирилл, тебе придется сразиться с ангелами. Я не хочу воевать со своим сыном, но разрушение библиотеки стало бы еще большей трагедией. Посмотрим. Как ты сказала, я буду слушаться сердца. Оно может повелеть мне уничтожить библиотеку. И не указывай мне, что делать. Мне это порядком надоело. Выполняем задание. И миссия завершилась без ожидаемого мною боя. Спасибо за то, что смотрите видео. Оставляйте комментарии, рекомендации свои. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, следите за новыми видео. Всем удачи и пока!